Эх, Таня-Матаня. Всем привет, это Таня Матаня. Вот обещала, что я начну с посылок, которые ко мне пришли. Начинаю с мазаке, видите, какая коробочка. Честно говоря, сама не помню, что в этой коробочке. Ну, так, приблизительно я помню, футболочки, шортики. Ну, сейчас посмотрим вместе со мной, что же там внутри. Основная моя цель это на следующий год уже на вырос на лето я беру и в садик. Так что смотрим. Так, ну, это классические беленькие маечки, 98 размер, ну, вот 5 штучек, потому что, ну, это у них отличнейшего качества. Трусики уже на вырост я малышу своему беру, тоже мне нравится качество, мазаки. Так, ну, пижамки, это уже на следующий год, видите, какие просто прелесть. Я когда пользуюсь вот этими пижамами, мне все время говорят, это не пижама, это костюм, да, ну, вот смотрите, вот он, красные шортики, вот, вполне себе может сойти и просто за такой пижамку. Так, это кофточка легенькая, вот, потому что хлопковых, флисовых детских кофт очень много, а вот хлопковые я вот реже нахожу, и они дорогие, поэтому на распродаж только беру. Так, это футболочка на следующий год с пиратом. Ну, вот у них три пэки, да, то есть полосочка такая классическая. Так, в садик к нам, к ним где-то должны быть шортики, вот. Ну, то есть, да, вот я люблю почему брать, потому что, видите, вот оно цвет в цвет, комплект. Вот они, получается, зелененькие шортики, синенькие, да, вот. И цвета яркие. И получается одно к другому. Это вот нам в садик. Простые футболочки. Сейчас буду распаковывать спираты. Вот. Это какой-то кит. Ну, это просто недорогая, поэтому схватила. Вот эти вот мне очень понравились. Сейчас на распродаже. Не знаю, есть ли остатки. У них сейчас прям вытащу. У них очень классная вот эта вот наклейка. Не видно в интернет-магазине. И я видела, вот как бы натурально, сама ездила в магазин и увидела вот у них новые коллекции, ну, вот, в летней коллекции. Мне так понравились вот эти вот наклейки. Они такие бархатистые, такие необычные. Не знаю, как они будут в стирке, посмотрим. И она сразу смотрится вот как-то богатым, не знаю, ну, необычно. Я вот с этими наклейками набрала, сдала на распродажу. Вот, вот, то есть она вроде простой рисунок, но вместе с тем хорош. Так, это тоже пижамки. Вот почему-то они темненькие, но вот нормальные. Для пацана очень хорошие. Тоже сейчас уже второй размер. Так, брючки. Тоже мне нравятся у них брючки с подкладкой, да, с двойной. То есть на долго носятся, очень хорошие. Вот, хороший материальчик. Фан-фан-фан! Такая веселенькая, да? Скажите, она сразу поднимает настроение. Вот не знаю, как передать цвета, но здесь очень яркий такой розовый цвет. Вот этот вот. Вот он аж блестит. Тоже в каталоге этого не было видно. Какие-то вещи. Ну и простые мальчики. Тоже уже на следующее лето. Это тоже на следующее лето. Такой динозавр, как будто он тебя обнимает, да, такая вот футболочка. Так. Это вот черепаха, но так она мне понравилась. Такие какие-то вот с крабиком. Так, вот это, ну это вот фантастика. All around the Island, да? Да. Вот путешествие по острову, да. Вокруг острова. Рубашка. Мне так понравилась рубашка. Действительно, она вот необычная, потому что обычно клеточка какая-то, либо одноцветная. А здесь вот она такая машинка, таких прикольных. Вот, мне прям очень она понравилась. Ну и к ней сразу панамку. Когда я заказывала, муж, зачем тебе панамка? Я говорю, ну понимаешь, они не могут существовать отдельно. Да, вот это пижам, вот когда ты оденешь, и ты оденешь с панамкой, оно еще более необычно будет смотреться. Ну, кстати, панамка почему-то как-то ярче, чем цвета ярче, чем, ну, потому что более плотный, наверное, материал, чем рубашка. Ну, очень прикольно. Дэдди
из АОСАМ. Энисам. Угу. Еще про папочку. Простые такие штанишки. Это в садик ходить штанишки. Вот, у меня уже были бандана. Замечательнейшая. Смотрите, какая бандана. Вот первый раз я увидела на мальчика не с завязками, как обычно, а вот как вот у девочек же бывает вот с резинками, а это на мальчика, представляете? То есть так удобно. Вот я не знаю, будет ли нам как раз сейчас померим. Вот. И вот такую морскую тему я взяла. То есть это на море, которые быстро сохнут. У нее сзади вот это вот закрывать шею. То есть это именно морская. Причем она побольше размер. Ну, 3-6 лет. Но я думаю, что нормально нам будет на голову. То есть это такая классная вещь именно для моря. Вот. И очень хорошие носочки. Вот. То есть это осенние такие плотненькие носочки. Тоже как-то редко. Обыкновенных носков много. А вот таких вот, они как-то вот пореже встречаются. Либо флисовые, а это вот хлопок. И вот у Мазакея вот очень часто бывает хороший велюровый или хлопковый. Так, вот такая вот замечательная закупочка. И еще я сейчас покажу Глорию, то, что я купила на распродаже, потому что, ну, хочу похвалиться, да. Вот такая вот рубашка Глории, ну, видите, такая она яркая. У меня были брючки зеленые, вот на вырост они лежат у меня. И вот... Я все не находила под них. Вот смотрите, как красиво будет вместе смотреться, да? Потому что самое главное в одежде – это комбинаторность. Вот. И ну, вот простая такая футболочка. Вот. И вот тоже вот под эти же брюки я купила с длинным рукавом и с коротким. Ну, не совсем попадает оттенок. Ну, нормально все равно. Будет, если что, у меня с другими есть. Потому что вот сложно подобрать к ярким брюкам, вот поэтому когда покупаешь все, то лучше покупать коллекции парой, да, вот, то есть вот, чтобы сразу там подходили шортики к футболке, потому что потом подобрать, вроде синий-синий, но сейчас столько оттенков, что очень сложно. Вот, например, смотрите, какая вот у меня у Мазакея прошлогодняя коллекция. И Костя, она еще все как раз, все футболки. И вот у Глории джинсы, я к ней увидела штаны вот такого вот цвета. И такая шляпа. Посмотрите, какая она классная. Даже мне. Обалденная. Я думаю, что я ее поюзаю тоже у моего мальчика заберу. Таня-матанем. Буду дальше, еще мне на почту нужно сходить за посылками, еще книги нужно распечатать. Вот мы приехали, у нас акклиматизация, дети у меня чуть-чуть подкашливают, я их подлечиваю. И успеваю заниматься только домашними делами, хотя мне нужно столько по магазинам ездить. Ну вот прям реально пока я не успеваю, но я думаю, что все наладится. Всем пока, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро буду рассказывать про свои планы.